Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня второй день архидемона на английском сервере, и сегодня мы попробуем второй вариант постартовать с тыковки. То есть я вам показал максимальный набор, ну, стандартный такой. Сегодня мы сделаем с вами тест старт с тыковки, там единственный есть нюанс, что там могут забрать энергию. Ну, мы попробуем в двух вариациях, как обычно, с расколом и с воодушкой. Старт. Посмотрим, что у нас в итоге получится. Так, поехали. Я немножко вчера героев пересобирал. Так, проверим их. Тут все нормально. Так, Чикабум стоит. Укротитель. Нормально. Сейчас я хочу еще некоторых питомцев попробовать поменять. Так, ведьмочка. На ведьмочку мы закинем слона. Я не буду брать никого с отхила, с питомцев. А, не, в принципе, мы возьмем. Так, тыковка. Тыковка. Давайте первый тест сделаем. Старт с раскола. То есть такой вариант. И сюда поставим Рудика. Так, на ведьме что у нас стоит? Слон. Тут мы вместо слона поставим. По питомцам так, чтобы бил драку. У него кулдаун 2,5 секунды. Так, тыковка есть. А на космо мы поставим для защиты от стана. Вот так. Так, есть. Помимо этого, я хочу еще попробовать один вариант. У нас остался стрелок. Ну, на стрелке у нас стоит новый питомец, который наносит урон четырем героям, снимает бафы. 70% энергии. Также он накидывает восстановление на 33%. Вариант, я хотел его попробовать поменять, потестить вместо него. Попробовать вот такой вот вариант. Ну, феник дает защитный щит. Тоже как варик. Ну, давайте пока с ним пробежимся одну попытку, а потом поменяем, попробуем феника, чтобы защитить себя по максимуму. Так, ну тут вроде все нормально. Проверяем еще раз. Космо у нас будет вторым идти после тыковки. Так, поехали. Делаем первый старт. Так, раз, два, три. Меняем. Первая тыковка у нас пойдет. Второй будет космо. Так, потом у нас будут идти укротитель. Даже так, химка, укротитель, ведьма и стрелок. Вот такой вот вариант. Поехали. Первый наш тест. Стартуем с тыковки. Сейчас пусть он где-то перебежит. Хотя, смотрите, он стоит на месте, никуда не бегает, как остальные демоны. Ну вот, видите, стартанули с тыковки, разгон немножко быстрее идет, даже при том, что у нас стоит раскол. Я вроде его поставил туда, если я не провтыкал. Сейчас посмотрим, что у нас в итоге получится. 24 секунды. Ну вот видите, сейчас вот включился. Очень печально, причем включился. Потеряли мы пару секунд опять. Ну, то есть плюс-минус, тут рандом может быть 100-200 миллионов, все по-разному.
Тут нету стабильности, к сожалению. Или к счастью, наверное. То так бы занимали только одни. Возможно, что-то придумаю дальше, потому что, ну, архидемон — это такая тема, я уже не раз говорил, не особо актуальная. Вы видите, на 30-х прорывах без отхила питомцев, ну, у нас только рудик есть, все равно нам хватает, чтобы выстоять благодаря космо. А раньше мы бегали с огником. Огник, конечно, уже не то. Космо его отсюда выдавил. Минуты 17, по-моему, у нас был в прошлый раз. Ну, точно так же идем. То есть ничего, по сути, не поменялось. Как видите. Секунды, ну, тот же самый результат, то есть тут плюс-минус ничего, как видите, не меняется. Единственное, не завтыкал ли я эмблему поставить, вот это самое интересное. Секунд осталось. Ну, в принципе, где-то 500, я думаю, 600 набьем. Может, немножко. Не, вряд ли мы улучшим результат. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, больше было. Вот 593. Около 600. Тут 694. Все-таки, как видите, он станет неплохо. Так, а ну-ка я сейчас гляну. Провтыкал ли я тыковку? Нет, такого не провтыкал. Давайте вариант попробуем. Поставим сюда воодушевление. И опять же стартанем с тыковки. Сделаем такой же вариант, такой же набор. Единственное, что возможно. Попробую поменять. Поставим сюда смертушку. Попробуем такой вариант. Еще дополнительно замедлить скорость атаки его. Возможно, это немножко поможет. Ну, такой тестик. Так, стартуем. Второй у нас заходик будет. Опять же, стартуем с тыковки. Вот сейчас он начал хоть двигаться. Смотрите, 54, он уже врубились на всю, но посмотрим вариант воодушевления. То есть воодушка нам тут будет давать более стабильный разгон, даже если снимут бафы, тыква будет быстрее разгоняться. Но, в принципе, она и так быстро разгоняется, но тут еще быстрее будет. Конечно, мы теряем топ урон. Тут самое важное — это переходы вот эти. Когда идет переход на следующего архи, вот именно само понижение входящего урона. Если не успевает космо включиться, то мы теряем урон. Тан-тан-тан-тан, солнышко просыпается. Хороший день сегодня будет. Я сияю. Ну вот, видите, вот эти вот моменты. Это самое такое интересное. Конечно, было бы круто, если бы этот питомец давал еще именно на тыковку баф свой.
Так, что там у нас было по времени? 1.17 мы убивали. Ну, где-то так же мы идем. 19, 18, 17, даже 16. То есть, по сути, хуже идет вариация. Где-то до 10 секунд у нас получается, но зато более стабильный разгон. Вот видите, заметно 40 секунд. То есть по времени мы их, по разгону, конечно, мы выигрываем, но по времени видно, что мы не успеем. Результат хуже. Там было 45-46, то есть тут секунд, наверное, даже 6-7 у нас останется на архе после пятого. 15. Не, все-таки 9-7 секунд, то, как я и говорил. То есть воодушка нам ничего по сути не дает. Плюс она не идет, видите, минус 200 миллионов. То есть где-то плюс-минус так оно и есть. Получается вот такая вот тема, ребят. Плюс 200 лямов, ну, немало, скажем так. Если вы хотите выйти в топ, то надо... Надо немножко подзадрочить. В общем, посмотрим. Попробуем следующий вариант. Я попробую опять же с расколом еще стартануть. Возможно, некоторые изменения. Подумаю, посмотрю. Так как герои все равно на максималках. Затестим еще что-то интересное. У нас вроде там попытки есть. Архидемоне. Сколько он еще будет? 24 часа. Да, то есть завтра с утра можно еще сбегать будет. Два раза, так как карт, к сожалению, на этом серваке уже не продают, так как раньше. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.